Всем привет! С вами Апноэ Горький. Друзья, всем привет! На улице весна, а это значит, что пора начинать купальный сезон. Вот. И мы нашли прекрасное место для этого. Сейчас хотим попробовать водичку. Надеемся, что она будет теплой. И чуть-чуть бодрящий. Нам Маша Альшевская сказала, что это очень полезно для фридайвинга. И мы надеемся, что если мы один раз искупаемся, то сразу начнутся рекорды. Вот такая история. Очки снимать? Не обязательно. Не обязательно? Хорошо. Полотенце могу взять с собой сразу. Полотенце? Полотенце не обязательно. Что взять? Вот такое у нас тут прекрасное место в лесу. Ой, давно я туда не лазил. И даже немножко мне страшно. Изо рта пар идет. Прекрасно! Кайф! Вообще! Очень классно! Всем рекомендую такие процедуры.